Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Как всегда, ребята, ивент. Как говорится, не отступать и не сдаваться. Посмотрим, что здесь у нас такого интересного будет. Ну и самое интересное, конечно, получать реверт. Ух ты. О, звездочка, да? Фруктовая, насколько я помню. Там гаргантюа еще будет. А что они делают, я не могу понять. Тихо, там не надо гундеть. Блин, а... Подожди, летуны. А как мне с ними быстренько справиться? Эй. Сейчас будет жестко, я чувствую. Так, давай попробуем здесь, наверное, Блин, они, наверное... Нет, они не успели. И слава богу, что не успели пролететь. Ну, давай там Цитрон пока надует щеки свои, нам пока сделает, что нужно. 3 года пройдет. Ну вот, могилки мы с тобой уничтожили. Сейчас, я думаю, наверное, будет все-таки попроще все это дело. Давай вот сюда поставим. Минами прикроемся. Так, Цитрон, интересно, очень быстро бомбит зомби с ведрами на голове. Да, довольно быстро. И это круто. Это очень круто. В общем, нам надо с тобой вот эти две звездочки, да, сохранить. И вот этого Цитрона, который здесь стоит. А врагов-то тут немало. Бежит на меня. Так, мне хотелось бы посмотреть, как у нас с тобой звездочка под ультой работает. А хотя она вроде бы также бомбит, просто большими этими звездами, да? Если прижмет, мы с тобой обязательно это глянем. Пока вроде бы все тут вообще великолепно. Тихо, смотри, зомбарика тащат. Мелкого ханорика, прищелыгу, так скажем. Золотая монетка выпала. Давай, слушай, мне кажется, тут вообще крутенько. Да, я был прав. Просто большими звездами стреляется и все. Слушай, по мне так, по-моему, это самый изейший. Гаргантюа же тут еще. А я про него совсем забыл. Так, ну что, я думаю, не будет никто против, если я вот так вот сделаю. Все, там всех пошибало, пробивало к ядрень фени. Отлично. Я думаю, здесь победа за нами вообще без всяких проблем. Так, звезда, ты будешь там бомбить или что? Тихо. Не надо. Фух, я уже немножко испугался. Думал, сейчас эту звездочку мою шваркнут и все. И... Да выпендривались мы с тобой, короче. Ну, а так у нас все хорошо. 3 картофельные мины, 3 чертополоха и 2000 золотых монет. Ну что же, я думаю, наверное, еще разочек пройдем. Ивент простой. Как бы не трудно, да? Еще разочек пробежаться по нему. Все-таки деньги получаем и какие-никакие цветочки, растения. Сегодня у нас, по-моему, последний день на арене заработать этого пивбала. Или как его, пуфбала. Конечно, вряд ли мы с тобой сегодня успеем это все дело получить. Я уже, как говорится, написал, что я очень сильно расстроился. Ну, ребят, ничего ты с этим не поделаешь. Как говорится, не дано, значит, не дано. Да я сам виноват. Тоже очень долго не играл, не заходил. Так бы, конечно, можно было бы прокачать. И получить, и прокачать его. Тихо, родной. Ты куда тут идешь, зомбик? Успокойся. Разогнался он, да? Так, давай сюда, наверное, Цитруна поставим. Везде должны быть звезды у нас. И, конечно же, горохострелы тоже должны быть у нас везде. Давай вниз влепим. Сюда звездочки. Так, сюда. Во, началось. Тащит своего хламона этого. Это мне не нравится. Так, еще и летающие тут идут. Успеем их тут бомбануть, а? В принципе, должны. Главное смотреть вот здесь вот, ребята, чтобы они не зашли на эту территорию, где у нас запрещено зомби вообще находиться. Так, что здесь у нас получается? Да вроде бы все неплохо. Бумс, все пока хорошо. Дай сюда удобрение мне. Эти мелкие зомби вообще ничего не могут сделать. Давай сюда поставим мину на всякий случай. Последняя волна, друзья мои, последняя волна идет. Давай-ка вот так, наверное, Цитрона сейчас запустим.
Шикарненько. Так, этот не жилец. Вот здесь мне не нравится, что происходит. Все вроде бы, да? А, там еще... Мы уже его подбили. Я пока увидел, что там идет Гаргантюа. Думал, надо будет это сейчас быстренько применять удобряшку. Но его разнесло уже. Слушай, ну цитрон классный. Когда он, ребят, под удобрением, он круто пробивает весь ряд. Ну а мне хочется посмотреть быстрее, что нам все-таки дадут. Высокий орех, 3 мины и 2000 голды. Ну вот, как говорится, грех жаловаться, все-таки на халяву получаешь. Но, ребят, хотелось бы что-нибудь посущественнее, а не орех какой-то там. И картофельная, если уж мина, то давали бы лучше примитивную мину. От нее, как говорится, толку больше будет. Так, ну что, 9000 монет у нас с тобой есть. Давай зайдем на огород. Я хочу просто посмотреть, что у меня там созрело, не созрело. Забираем. Так, а сюда можно посадить. Ну, вот это вот вообще как бы не в тему. Да? Так, жужу. Будь добра. Вот здесь вот. Окей. Опылила, то есть сократила нам время на созревание. Так, а мы с тобой смотрим, что у нас тут. Квест комплит. Что мы здесь успели сделать? Успели заработать с тобой гемы. Сколько штук? 2. 2 гема. Так, а что у нас по заданиям? Есть какой-нибудь? Никакого челленджа, к сожалению, нету, друзья мои. Я думал, что есть, может, пройдем. Но не тут-то было. Так, давай тогда глянем с тобой на арену. Вот она, ареночка наша. Сколько у меня перчаток? Есть возможность, ребята, получить, если мы сделаем с тобой 6 корон. Ну, 6 корон-то мы сделаем, но вначале нужно перчатки получить. Они, друзья мои, поприкалываться решили надо мной, понимаешь? Они дали всего лишь одну перчатку. Ну, еще один день есть впереди, так что давай попробуем. Против Армана я буду выступать. Кстати, я сегодня хочу, ребят, поиграть еще в растение против зомби-героя. Не знаю, если кто-то будет из вас в игре в этот момент, то это хорошо, ребят, мы подеремся, поспарингуем. Так, ну что, наверное, возвращаем вот эту вот мою колоду. Может быть, нам убрать с тобой... Слушай, а это вообще не та колода, да? Мы же... Против куриц брали, а тут куриц не будет никаких. Так что меняем. И кого же я тогда брал, а? Ты можешь вспомнить? Я вот не могу лично. Боулинг, может быть, нет? Ну, явно этого я брать не буду, это уж точно. Может, этого взять? Будет идти себе, да? Наяривать. Ну что, попытаемся вот такой вот командой. Наверное, бред полный, да, получается у нас. Ну ладно, давай попробуем. Сделаем вот так. Плюс Дейзи. Плюс Дейзи. Лазербин. Так, лучше, конечно, везде ставить Дейзи. Так, сюда минами. Все заставим с тобой. Так, Дейзи надо будет сюда влепить. И вот сюда. Все, что ли? Поехали. Зомбобот прибыл. Сейчас какого-нибудь оппонента мне дадут, которого фиг победишь, да? Скорее всего, так оно и будет. О-о-о-о, начинает, ребята. Летунов там призывать. Еще кого-то. Не надо. Блин, ребята, уничтожат меня Лазербина, да? А что, ну и эти уничтожают, что ли? Я не понял. С какого вдруг перепуга? Такого раньше не было. Чтобы он уничтожал мне вот эти вот ячейки. Это что такое? Что случилось? Почему поменялась окреска? Эй! Фига ты! Халабуда! Молодец, хорошо устроился, я тебе скажу. Лучше, блин, не придумаешь. Он уничтожает вот эти вот ячейки. Сдулись отсюда. Так, и как же мне тогда быть? Ага. Они типа появились на месте, да? Что, попробуем с тобой, что ли, вот так вот сделать? Что мне это дает? Так, два удобрения мне это дает. Вот что я тебе скажу. Всего лишь два удобрения.
Давай, пуфбал, бомби, бомби, жарь там. Я не знаю, что хочешь делать, короче. Так, поставим с тобой сюда. Летающих пока нету, вон они идут. Причем довольно неплохо, припеваючи, так скажем, да, наши зомбики эти наяривают, надо. Вот как-то вот сюда, ребята, надо бы поставить. Тихо, не надо вот этого делать. Опять, ребята, он активирует эту фигню, хочет мне уничтожить всю малину, всю поляну. Я ему, слава богу, этого не даю сделать. А, застопорился, на-ка тебе. Чем-то пафбал не успел, ребята, ничего сделать. Ну это трындец. Это трындец. Будут еще удобряшки или нет? Нет, да, скорее всего. Ничего нам не дадут. Перебьешься, да, сказали. Так, давай тогда Дейзи поставим. Куда ты? Вот куда ты бежишь? Разогнался он, посмотри на него. Ну, зомби, вы могли бы спокойненько бомбить этих-то, чудиков-то. Чё же вы делаете-то? Фух, всех сдуло сразу же, моментально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, тут что-то как-то... Удобряшка, ребята, удобряшечка. Активируем. Слушай, ну пока, ребята, мы с вами лидируем здесь. По очкам, я имею в виду. По очкам лидируем. Так что будем надеяться, что у нас все здесь с тобой получится хорошо. Или... Ага, лидируем. Все, ребята, отлидировались. Вот так вот. В одну секунду бац и фейл. Не успеем, мне не хватит, ребята. Трындец. Чуть-чуть буквально, ну там в конце он на 300 тысяч шваркнул. Ну и что тут у него? Ну, правильно, орехи вот эти взрывающие, цитрон. Ну, цитрон это ерунда на самом деле. Ой, придется вот так вот тратить. Я все равно получу. Получу эти пиньяты, чего бы мне не стоило. Блин, это в конце надо было так сфейлиться, а? В плане, они мне еще одну... Что происходит? Не понял юмора. Я нисколечко не возражаю, мне дали две перчатки, и это классно. Ну что же, значит, будем с тобой дальше продолжать бомбить противника. Единственное, что я не знаю, может быть, как-то поменять что-то. Вот что-то не хватает, вот согласись. Нужны ли нам эти зомби? Давай подумаем об этом. Как бы, в принципе, нужны. С другой стороны, вроде бы как и не нужны. Да, вот смотри. Все вроде бы, в принципе, хорошо. Цитрон. Ну, цитрон, кстати, тоже, ребята, не забывайте, что если он попадает на волну, да, он бомбит. Но гаргантюа, мне кажется, будет все-таки получше. Знать бы, какое растение что улучшает, какие вот из этих цветочков. А вот этот, по-моему, бомбит, это для катапульт вроде бы, этот, я вот не помню, что он делает. Так, миличников, это ближний бой, так, это у нас магические. Это отравляющие, это защиту, а это катапульты. Огненные растения. То есть у меня как бы ничего здесь такого и нету, да? Ничего я не могу улучшить, зашибись. Кстати, а я ведь могу же взять сюда растения, которые у меня улучшенные, нет? Не могу, да? Плохо, что не могу. Жаль, так было бы прикольно. Ну что, оставляем тогда, получается, да? А может быть нам взять... Нет, нифига. Попробуем, попробуем, друзья мои. По старому, как говорится, принципу сыграть. Так, этих вот сюда вот выставим. Вот таким вот образом. И дейзиков сюда. Ну а дальше, конечно же, мины. Так, мины. И вот сюда тоже дейзик. Ну что, пробуем, друзья мои. Была, как говорится, не была. Если он сейчас будет опять уничтожать меня, это, конечно, будет трындец. Надо не позволить ему этого сделать. Сразу применить удобрение, чтобы зомби эти наши вышли. Да? Овощные, или как там их называть, овощные зомби. Ну, а почему бы и нет? Овощные зомби. Очень даже мило звучит. Давай-ка применим. О, пошли, орлы мои, пошли.
Давай, давай, давай. А мы с тобой пока в этот момент будем потихонечку копить. Так, вот сюда, кстати, тоже можно будет поставить. Так, пофбал, давай-ка. Вот так вот взорвись там. Все шикарно. Вот, они, видишь, там бомбят потихонечку. Слушай, надо вот сюда будет кого-то сейчас еще поставить. А кого ты сюда поставишь, а? Да вот этого хотя бы, да? Вот этого. Ох, еще одна удобряшка. Можно сюда даже мину влепить. Она уже точно здесь лишней не будет. Поехали. Таким вот образом мы сейчас с тобой будем здесь валить. Сдуем всех летающих. Миночка. Лазербин. Вот надо вот сюда, наверное, влепить. Двух. И это будет классно. Видишь, никто мимо них прилететь вообще не может. Просто. Ну что, еще активируйте? Или попозже немножко, а? Или, вон, смотри, видишь, как они там бомбят. Просто именно по нему звезделят. Давай-ка еще вызовем. Замечательно. Так, подожди-ка, там летающие, ребята, летающие. Надо их сдувать. Ему хоть достается? Ему достается, причем довольно не слабо. С всех сторон вот там зажимают. Бомбическая сила. Так, ох ты, два удобрения. Ну, теперь можно, ребят, сам Бог, как говорится, велел применить их. Смотри, что происходит. Йоу, да там ему сейчас просто крышка будет. Там что сделать может? Я офигею. Слушай, прикинь, мы его сейчас тут, там просто завалим, да и все. Это будет имба. Ты посмотри, что происходит, ребят. Просто столько дамага мы ему там наносим. Это жестко. Там даже этот... Смотри. Бум. Да, хотелось бы, конечно, его полностью убить, но за 17 секунд у меня, наверное, не получится его все-таки подбить. А хотелось бы. Ого. Смотри, как он психанул. Смотри, как он психанул. Просто бомбит, ребят, своими ракетами. По жесткачу. Какие совсем чуть-чуть мне не хватит, чтобы его уничтожить. Чуть-чуть. Трындец, он как-то умудрился выжить. 2 миллиона с лишним. Нифига тут я набрал. Слушай, ну тут идеально получилось, если честно, вообще, да? Смотри, у него тут, ну, в принципе, не такой уж и сильный был противник. Может быть, из-за этого я и выиграл. Ну, а вот они, эти 4 пиньяты, про которые я тебе говорил. Еще не забывай, есть у нас перчатки. Точнее, перчатка одна, вот она. И все, что ли? Слушай, ну я могу его прокачать. Еще грибок. По-моему, все, да? А, нет. Этот цветочек. Хотелось бы, конечно, его открыть, но я тебе еще тогда говорил, мне не нравится он почему-то. Не нравится все. Да-да-да-да-да. Отлично, ребята. Ну что же, 50 пуф-балла или дождевика мы получаем. Ай-яй-яй. Не хватает совсем маленечко. Совсем чуть-чуть. Ну, я не успею за сутки набить. Там нужно 50 еще корон. Если за каждый бой мы получаем 5, это 10 боев нужно, да? Это 10 перчаток как минимум. 10 перчаток как минимум. Тут, кстати, мне опять дают перчатку. Так, а что у нас тут? А, ну это можно на прокачку, да, пойти? И прокачать можно. Могилоеда можно прокачать, да? Вот этого. Роднульку моего. Клевер. Хопочки. Так, и больше, по-моему, ни на что мне не хватит. Или хватит? Нет, не хватит, скорее всего. А эти все у нас дорого стоят, по 5000. Ну что, давай, наверное, я гляну рекламку, получу еще одну перчатку и попробуем заработать с тобой 8 пиньят. Но помимо пиньят мы еще с тобой можем заработать 12 конфет. Это, кстати, тоже немаловажно. Что, попробуем также, может быть, вот этой, как говорится, колодой нашей команды, которая у меня была. Авось прокатит, а? Давай не будем изобретать велосипед. Попробуем сыграть. Ну, не прокатит, так не прокатит. Что ж поделаешь. Не хотелось бы, конечно, перчатку просто так сфейливать.
Но я думаю, что это было классно. Нам чуть-чуть не хватило с тобой, чтобы пробить, понимаешь, пробить зомби босса. Так, ладно, выставляем. Вот сюда, как и было. Сюда Дейзи, хотя Дейзи можно вот сюда, ребята, да? Вот так надо делать, наверное, было. Ну ладно, что сделали, то сделали. Сюда, подожди, я что-то увлекся. А мины-то надо ставить. А то и все, о, не хватит мне. Господи, вот это я лопухнулся сейчас. Вот если этот отряд весь вот был бы у нас, да? Чисто вот эти вот овощные зомби. Вот это было бы классно. Вот бы он там вжаривал бы. Так, что он там собирается делать? 5 летающих зомби? Ну конечно же. Без летающих зомби, ну как же? Как же быть без них? Да никак. Так, он пока там ошеломлен. Я, друзья мои, жду. Жду момента истины. Ну, он там, помнишь, еще ракетами-то бомбанул. Конечно, тоже не кисло. Павбала. Павбала я, наверное, пока не буду... Тихо! Летающие, пошли прочь. Вот сюда мы с тобой поставим еще, да? Твою ж налево, блин. Ну. Есть, взорвался. Хорошо. Нет, павбал я пока не буду ставить. Мины, мне нужны мины, друзья мои. Больше, больше мин. Просто больше мин. Нате-ка все там, гаденыши, получите и распишитесь. Ну. Что там происходит? Я не знаю, что тут происходит. Я просто жду, жду момента. Некогда уже ждать. Поехали, запускаем. Так, удобряшку я заберу. Удобряшку обязательно надо забрать. Пошла моя армада. Сейчас будет тут втык давать всем абсолютно. Они медлительные, конечно, но зато сносят всех на своем пути. Так, вот этого не надо делать. Успеем мы? Успею я, ребят? По-моему, успею, да? Нет, не успел, чуть-чуть. Подбил мне, гаденыш, вот здесь вот одно поле. Сморчок несчастный, а. Да летите вы отсюда, откуда пришли. Блин, да чё ж не так-то все, ребят, пошло-то. Ракеты я сдуть не могу, да? Угу, ракеты я сдуть не могу, к сожалению. Это плохо. И удобряшек я не вижу почему-то. Где удобрение, я вас спрашиваю, а? Мелкие вы шитики. Ай-яй-яй, тут смотри, что происходит. Ну-ка. Поможет мне это или нет? Хоть как-нибудь. Опа. Поехали, друзья. Типа активировал, да? Клевер, блин, запоздалый. Что-то здесь не то, ребята. В этот раз почему-то как-то очень паршивенько у нас сыграно с вами. Смотрите, что происходит. Ну, сдули. Я уже, знаешь, за что борюсь? Не за то, чтобы набить большее количество очков, а чтобы пробить зомби, ну, уничтожить зомбобосса. Вот сейчас, что меня больше интересует. Мне кажется, это, конечно, не получится. 6 секунд, ребят, последних осталось. Да, тут мы, конечно, немного хуже сыграли. Ну как немного, даже очень много. Очень много, и я выиграл по очкам. Так, и против меня, ну, в принципе, опять же, не очень сильный был оппонент. Единственное, что вот здесь, да, конечно, маленький грибочек имеет 5 уровень. И мы с тобой зарабатываем 12 конфет. Это, кстати, очень хорошо, я считаю. 12 конфет. А теперь хотелось бы мне заработать те пиньетушки, которые там остались лежать. 8 штук. Смотри, опять мне можно перчатки получить. Да что ж такое-то? Ну что, друзья мои, вперед, как говорится, и с песней. 8 пиньет, это тоже очень классно. Я вот не знаю, оставляем мы с тобой эту же компанию наших растений или все-таки поменяем? Что скажешь? Лазербин. Овощной зомби. Ну, как бы, в принципе, мне она нравится. Но единственное, что как повезет. Если мы, например, вовремя успеваем получить удобрение, да, то все вроде бы как бы хорошо. Если же нет, то все очень плохо. Так, давай попробуем все-таки также сыграть.
В два рядка сделаем, да, и вот сюда вот будем уже ставить. Хотя лучше лазербин, наверное. Лазербин. Так. Ну что, друзья мои, вперед из песни. Как-то вот хочется что-то сделать. Если бы у меня была бы, как там, свекла или что это, не помнишь, которая вот дает нам такую вот ячейку, было бы вообще прикольно. Так, начинается, да? Вот все время мне приходится тратить. Хотя тут все... куда ты летишь там? Мелкий, он уже разогнался, ты понимаешь? Ждем до поры до времени, пока не появятся ракеты. Удобрения я не буду, ребята, использовать. Пока он вот этих всех летающих не вызовет, да? Вот, вот теперь пора. Так, он, по-моему, не попал, да? Вот еще одно удобрение, и это шикарно. Лазербин, пускай стоит. Давай, 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 зомбарей как раз вот на эту линию выдвигай. Как раз то, что мне нужно. Так, здесь у нас... Здесь, кстати, тоже можно что-то поставить. Что, мы там проигрываем? Да, мы проигрываем, ребята, с вами по очкам. Мы проигрываем с вами по очкам. Мину сюда надо поставить. Так, сюда что мы с тобой влепим? Я даже не знаю пока. Что-то надо поставить. Тихо, вот он опять, ребята, со своими этими ракетами. Он припаривает именно вот в этом плане. Идут, идут мои зомби. Давай, родные мои. Не сдаемся. Блин, меня оппонент мой переплевывает, ребята. Как ни странно. Тихо, не надо вот это вот, пожалуйста, делать. Сдуть их всех. Блин, я не успел, да? Не успел везде это сделать. Давай еще разок тогда сделаем. А почему, блин, такая фигня-то получается, ребят? Опять у нас нифига не выходит. У него уже ляма, а у меня вон всего лишь ничего. Трындец. Вот, начали, они дошли наконец-то, да? Начали калашматить. Молодцы, молодцы. Вовремя очнулись. Давайте всех сдувать. Удобрение дадите мне хоть где-нибудь, хоть какой-нибудь. Есть контакт. Погнали. Так, сдуваем, если есть кого там сдуть. Так, ребята, есть, в принципе, все шансы у нас с вами, нашего оппонента, перегнать. Смотри, смотри, опять этого там накумаривают. Воу-воу-воу-воу. Клевер этот, да клевер, блин. Не пойму, что происходит здесь. Дайте удобрение, пожалуйста, мне, а. Хоть немножечко. Хоть одну удобряшку, ну пожалуйста. 1,5 миллиона, друзья мои, у нас по очкам. Слушай, по-моему, победа за нами. Фух. Это говорит о том, что мы с тобой зарабатываем пиньяты. Так, смотри. Тоже сильный, сильный противник, ребята. Очень сильный. Но я все-таки выиграл. Фух, обновилось, да, короче, у нас все здесь. И мы с тобой вскрываем. Так, давай смотреть, что нам здесь достанется. Ну, ребята, этого цветочка у меня нету. Power Lily. Так, магнит. Понятно. Дальше что? Арбуз 10. Mm-mm. Не то. О, маленький грибочек. Получит у меня 5 уровня. Воу, друзья мои, я хочу нас поздравить. Мы с вами получили... жвачку, растение-жвачка, наконец-то. Наконец-то. Я его помню давным-давно, как-то был ивент, прозевакал, и вот теперь только он у меня появляется. Слушай, я думаю, что он неплох. Мы его тестили, да, с тобой. Но единственное, конечно, что он был бы хорош, когда прокачанный, а не первого уровня. Но самое главное, что он уже появляется. То есть появляется у нас, и мы сможем его потом спокойно апать. То есть, если я сейчас прохожу, да, мы получаем с тобой 2 перчатки, плюс, опять же, 8 конфет. И я на втором месте. О-о-о.
Так, я хочу быстренько сейчас с тобой открыть. Открыть растение. Так, мы получаем с тобой сколько? 5, по-моему, да? 5 гемов и конфеты. 2, по-моему, да? 2. Так, что там у нас по ивенту? Что-то отображалось или мне показалось? Нет, показалось. Ну что же, давай откроем, ребята. У кого-то он уже давным-давно есть, а у меня он только появляется. Вот он, красавчик. Хи-хи. Давай. Так. Все, да? Открыл или не открыл? Открыл или не открыл? Я не понял. Вроде бы как открыл, но... Но взять не могу, да? Потому что нужно на него еще насобирать. Или я что-то путаю. Нет, ребят, все нормально. Все, он у нас есть. Теперь пойдем на арену, отыграем с тобой еще бой. Получим 2 перчатки, если, конечно, получим, если справимся с нашим противником. И сходим, наверное, с тобой на Penny Pursuit. Глянем, что у нас там. Там обновилось, по-моему, да, задание? Или наоборот, все еще по-старенькому. Так, мы с тобой против TI будем выступать. Давай мне мою команду. Поехали. А что этот? А, динозавр, он же, по-моему, ускоряет зомби, да, насколько я помню. Да, он ускоряет зомби. Так, я не знаю, что нам лучше здесь. Давай вот так вот сделаем. Ну и остальное все будет в минах. Вот эти вот зомби овощные, они очень медленно идут. Это, конечно, большой недостаток. Но компенсируют они тем, что у них очень мощные атаки. То есть они бомбят, по-моему, всех и летающих, и ползающих, и плавающих, и всех, короче. Ладно. И главное, чтобы этот зомбобот, естественно, ребят, как можно меньше применял... Так, тихо, свои ракеты. Смотри, 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 есть еще? Опа, сдули мы их. Отлично, вот и удобряшка. Так, нас уже там, ребята, опережают. Как ты видишь, опять эти летающие тут. Ханорики, мы их сдуваем, опять же. Пафбал, может быть, вот так вот там сделать. Так, мина. Куда мину нам поставить? Ну, давай сюда влепим ее. Ну вот, вот, он постоянно вызывает. Он достанет меня вот своим вот этим вот призывом. Так, секунду, секунду, секунду. Я сейчас кое-что хочу сделать вот так. А теперь вот так вот. Оптимально, я считаю. Опа-на. Так, и сдуть ненужных нам, да? Опа! Смотрите, ребята, аж целых, блин, офигеть, сколько ячеек. Да уйдите вы, вот летающий меня просто раздражает. Не могу, сил нет у меня. Как они меня раздражают. Так, сюда поставим мину. Сюда поставим мину. Так, погоди, 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 погоди. О, еще удобрение, господи, у нас уже 3 удобряшки. Бьем рекорд. Так, что хотел-то? Что хотел? Я растерял. А, все, я вспомнил, что я хотел сделать, и я это сделаю. Вот так вот. Запускаем, друзья. Сейчас тут у нас вообще будет ништяк все. Ты не веришь? Сейчас увидишь. Ты посмотри. Просто полюбуйся. Тут даже эти гаргантюа, которые там идут, они не помогут. Я даже сам не вижу, что тут происходит. Где тут кто, что, куда. Просто тыкнуть даже некуда. Давай сюда поставим Дейзи. Блин, последняя минута, ребята. По времени у нас последняя с тобой минута идет. Что там, где там, что там происходит? Ничего не вижу, ребята. Опа, еще удобрение. Еще удобрение, давай. Ну, тут, конечно, да. Но все равно, ребята, этот зомбобот хитрозадый, а? Выкрутился, ты посмотри. Выкрутился он из этого положения, как ты видишь. Ай-яй-яй-яй-яй. Тут, конечно, мощно все. Мощно, ребята, идет. Ты прикинь, если мы его сейчас завалим, ребят. Ведь есть такая вероятность, да? Ну-ка. Да бомбанит его как следует-то. Ну, да остался там, господи, по нему. Все, ребята, он готов.
А, тут еще 10 уровень. Нифига себе бонус. 100 тысяч. Офигеть. Слушай, ну тут я... Тут я сам себя превзошел. Аж почти 3 миллиона, ребята. 3 миллиона. Заработал 2 перчатки. 5 корон. Слушай, ну классно. Мне понравилось. Вот тут вообще идеально было сыграно. Согласись. 49 место. Ну что, пойдем за 8 конфетками сходим, наверное, да, с тобой? 8 конфеток. Что тут у нас? Купить? Так, ну... Если бы была бы какая-то другая мята, я, возможно, бы взял бы. Ну, а так я не хочу здесь тратиться. Или пойдем, наверное, сходим с тобой на Penny Pursuit глянем. Там, по-моему... А, мы же дрались. Ради чего? Ради жвачки, да? Ради растения вот этого, жвачки. Теперь мы его получили, так что можно даже и не париться. 7 уровня. Ну что? 1200 голды. 1200 голды. Давай, поехали. Попробуем заработать. В тот раз у меня почему-то не получилось, но я и шел тогда за ставками. 15 этих жвачков. Что там надо было, я не понял. Что там они написали? Ё-просто. Так. Я вижу здесь летающие зомби. Ага, с курицами. Все, я понял. Так, летающие зомби. Курицы. Так, возьмем боулинг тогда с тобой. Я не знаю, мину может быть взять. Дейзи. Живастика вот этого возьмем. Не знаю, для чего я, конечно, вот сюда беру. И шипы. Как думаешь, нормально? Или фигня полная? Или лучше взять нам с тобой мину? Мину вместо чего? Так. Ну вот так вот, если предположим, ребят. Или даже лучше... Вот так. Все, поехали. Что в плане? Понял. Значит, отбой, да, получается, по этим вот... Отбой. И что тогда лучше сделать? Подсолнух. Подсолнух и лазербин. Вот так вот, что ли? Да, что-то я как-то не совсем уверен, что у нас тут будет все классно и хорошо. Ага. У нас еще с тобой время идет тут. Ну, предположим. Кто там у нас? Серферы, да? Начинают. Начинают серферы. Так, побольше, конечно же, мы с тобой будем выставлять. Блин, ну он там взорвется. Ладно, фиг с ним. Теперь Дейзи. Ну, он взорвется, ребята, тут однозначно. Уровень сложности легкий, поэтому особо тут переживать не стоит. Я думаю так. А там... Ой, курицы идут. Их тут главное вовремя успеть подбить, чтобы они не пробежали, а так будет очень плохо. Бамс, взрывы, все хорошо, все отлично. Так, давай, Дейзи. Ну вот, как таким вот образом, ребят. Так, ну что, надо выставлять, наверное, боулинг нам, да? Где он? 200 стоит по энергии. Ну, вот сюда вот. Ах ты! Взорвался, взорвался. Отлично. Можем вот так еще сделать. Да и вот так тоже не помешает. Надо было в середину... Тихо! Подожди, подожди, подожди. Этот зомби-то как... Какого лешего он сюда... Давай так сделаем. Нормуль, нормуль. Поехали. Боулинг сейчас будет бомбить здесь. Ты бич. Все прекрасно. Все очень круто. Давай так сделаем. Блин, он задолбал уже бросать свою эту фигню. Тут еще эти доски.
от серфингистов этих остаются. Они мешают очень сильно. Да? Давай вот так вот сделаем сюда. Что там нам? Вот это что такое, я не могу понять. А, это сколько зомби нам нужно убить? Ё-моё. Так нам нужно поспешить тогда. Мы можем с тобой просто элементарно не успеть. Да? Так ведь я понимаю, ребят. Блин, да какая-то фигня. Ребят, я в любом случае, по ходу дела, не успею. 20 секунд. А зомби еще дофигища. 37. Че, это вообще как-то фигня получается, ребят. Бьешь их там, бьешь, а им по барабану. Или я не знаю, что тут происходит. Проиграл или нет? Выиграл. Хм. А что же это тогда было такое, а? Там зомби. Или вообще сколько осталось зомби на всю игру? Так, ладно, забираем. Квест комплит. Дайте мне, пожалуйста, 5 моих гемов. Так, и что же? У нас остается здесь последний. Так. 4-й уровень зомби. Ну, поехали. Посмотрим, что тут такое будет у нас. 5 жвастиков, я думаю, не помешают нам, да? В коллекцию. В накопительную будем с тобой. Опа. Это, по-моему, если мы садим растение, оно сразу же у нас с ультой, если я не ошибаюсь. Ё-моё. Ту-ту-ту-ту. Тихо, тихо, тихо. Давай подумаем. Мину. Наверное, подсолнухи нужны будут. Так, что бы еще тут? Может быть, вот этот взять, гриб? Ох, там еще и чувак на беговой дорожке. Ё-моё. Там чувак на беговой дорожке. То есть он будет ускорять зомби, так ведь? Да, скорее всего. Че я мельтешу? Че я ищу здесь, а? Вчерашний день, что ли? Вот, давай боулинг возьмем с тобой еще. Ага, роботы еще у нас тут, помимо всего. Давай возьмем и вот так вот. Ой, я не знаю, что будет. Что-то будет. Ну-ка проверим. Да, ребят. Сразу сажаешь, и оно дает тебе удобряхи. Куда, куда он раз... А, я думал, что он куда-то побежал уже. Так, давай. Бомбическая сила, так. Заморозочка, все как... А ну-ка встань сюда, сможешь... Ну? А чё? Эй, нет, раздавили мы его, раздавили, друзья мои. В плане... А, нет, все нормально. Давай сюда. Да ну... И что, и больше у меня не будет такой возможности, да? Так. Ну-ка. Блин, идут эти олухи, а? Ты смотри, офисные. Это еще со своим кардиостимулятором, блин. Ничего не происходит, да, ребята? То есть на один разок только дают тебе все это, и... Он там подкидывает удобрения свои, а? Ты посмотри, их там двое. Один больше другого. Слушай, а не пошел ли ты отсюда? И ты тоже, а? Я что, специально, что ли, тут вас... Я сказал, пошли отсюда. Ага. Все, ребят, я выиграл здесь. Так, и сам босс. Зам-босс, да, решил со мной подраться. Давай посмотрим, что там у нас. Я лично не против. Так, готов. Ну, ребят, это, понятное дело, я не смогу пробить 7-й уровень. Ну, 4-й еще может быть. Давай хотя бы посмотрю, что здесь почем и как. Я знаю, что с этим зомбосом драться — это себе дороже. Я еще тем более денежек потратил. Сейчас не кисло, но... Так. Что там у зомбоса... 7 полосок жизни, да? Ё-моё. Кто там?
Раз, два, три, четыре, пять. Ага, пять. Шуты, ё-моё. Ну и что будем делать? Там шуты. Твою ж налево. Ну вот, вот что делать? Как защищаться от них, а? Лазербин. Лазербин, конечно, бы здесь очень бы неплох был. Я не знаю, нужна тут вот это вот. Нужен подсолнух или нет? Будут нам давать здесь энергию или нет? Ладно, короче, берем лазербин. А где он? Где лазербин? Тут летающих нет зомби? По-моему, нету. Может, чертополох взять? Нет, лазербин. И, скорее всего, вишневую бомбу я возьму. Не знаю, ребят, вот почему-то мне вот так вот хочется. А там уже как будет, фиг его знает. Так, давай выставлять сюда везде Дейзи. Так, ну и тут мины. Там еще эти офисные работники, блин. Вон они, вон, здоровые очки вон у него торчат. Погоди, зачем я так делаю? Вот зачем я поставил его? Он же сработает. Ай, уже, ну, не сработает никуда. Поехали. Сколько у меня? 3350 голды. Явился, не запылился. Так, ну что, ребята, поехали. Так, сразу в отключку, да, он там. Мы по нему бомбим. Ну вот, начинается. Так, взорвался шут гороховый. Чего-то хоть, чего-то не хватает. Чего-то не хватает, а чего пока... Во, началось, да? Спасибо. Просто испепелил дорожку, гаденыш, а? Просто испепелил мне всю дорожку, а? Нет, тут надо лазербинами. Я же помню, ребят, что лазербин его очень хорошо... Да. Хорошо, но не очень. Куда ты прыганул? Скаканул он мне здесь. Сайгак. Сколько у него? 5 здоровья. А времени сколько? 2 минуты. Не, ребят, это не варик, мне кажется. Просто не вариант. Я не успею ему нанести достаточное количество урона. Что он там, орех жует, да? Орех начинает мне грызть. Можно, конечно, вот так вот попробовать сделать. Что мне это даст? Жвачка, фигачка, сколько... Нет, нет, не прокатят, ребят. Я вот не помню, но я с ним справился. А как вот я делал? Вот не помню, что надо было делать. Воу, тут еще и динозавры пошли, зашибись. Просто замечательно. Просто завис, чудило, а. А я взял какой уровень сложности? Последний, да? Или какой? Или первый? Я вот не помню. Да отвалите вы отсюда все. Говорю, валите вы. Сколько? 56 секунд. У него 4 здоровья. Нет. Не прокатит. И видишь, не хватает подсолнухов мне. Не хватает энергии, ребят, чтобы я, ну, мог воспользоваться. Вон они сейчас тут со всех сторон сидят, короче. Меня зажали. Не вариант. Ну, по крайней мере, я посмотрел. Посмотрел. Посмотри, посмотри, что делает. Трындец просто. Солнечной энергии нету. Поэтому фиг, что мне здесь поможет. Вот и все. Зачем они мне здесь дали жвачку? Вот я ума не приложу. Она меня здесь вообще никаким образом не спасает. Вообще никаким. Чертов. По-моему, друзья мои, я здесь то ли катапультами. Я катапульты брал через эти... через мяту. Могу, конечно, ошибаться. Но, по-моему, так. В общем, сам ты видишь, да? Я вот тут проиграл. И они говорят, будешь продлевать? Я говорю, нет, не буду. Потому что я не справлюсь.
Давай мне деньги сюда. Конечно, не окупились у меня затраты. Но я на это и не рассчитывал. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!